Здравствуйте, с вами Тахлил Нама. Их жизненный путь длиной в эпоху – это настоящая школа. Неиссякаемый источник мудрости для молодого поколения. Ветераны – живая история. И сердце трепещет, как подумаешь, как много они могут рассказать, как мало мы успеваем услышать. Но печали и невзгоды уходят на второй план, когда можно хоть капельку, хоть толику тепла и любви вернуть им за все. На этой неделе весь мир и мы с вами вновь с благодарностью и трепетом вспоминали подвиги наших героев. Дедов, прадедов, мужество которых вошло в книжки истории. Ровно 75 лет назад отгремели последние залпы Второй мировой войны. 9 мая страна встретила День памяти и почести. Открылся в столице красивый символичный парк Победы, отражающий по годам вклад узбекского народа. Там же установлен памятник Зульфии Закировой, как символ невероятной стойкости узбекских женщин. Руководитель страны принял участие в главном торжестве, развернувшемся в амфитеатре парка. Мы поговорим об этих событиях подробно в ходе нашего выпуска. Кроме того, обсудим последние данные по коронавирусу в стране, ведь наметилась очень положительная динамика. Механизмы сдерживания, инициированные современным Узбекистаном, полностью себя оправдали. И на фоне благоприятной статистики вводится послабление карантинных мер. А пока традиционный дайджест главных событий недели. 4 мая президент Узбекистана провел совещание по вопросам повышения эффективности в топливно-энергетической отрасли и оптимизации энергопотребления. Обсуждены вопросы снижения энергорасходов в 2–2,5 раза в ближайшие годы. Отмечена необходимость приспособления производимой сельскохозяйственной техники и грузовых автомобилей на газ. Поставлена задача разработать программу мер по повышению энергоэффективности в разрезе сфер и отраслей. Подчеркнута важность стимулирования использования возобновляемых источников энергии. Пересмотра законодательства и создания дополнительных условий для потребителей на основе мирового опыта. Также затронуты вопросы более широкого внедрения автоматизированной системы учета и контроля потребления электроэнергии и природного газа. На состоявшемся 5 мая видеоселекторном совещании обсуждены меры по возобновлению экономической деятельности. Рассмотрены вопросы постепенного возобновления деятельности субъектов сферы услуг. Также в центре внимания участников была реализация задач, вытекающих из указа президента о неотложных мерах по поддержке текстильной и швейно-трикотажной промышленности. Определены меры по обеспечению бесперебойных поставок основных продуктов питания населению и поддержанию стабильности цен. 7 мая под председательством президента Узбекистана состоялось видеоселекторное совещание по мерам повышения экономического потенциала районов и городов Андижанской, Новоийской и Сурхандаринской областей. В начале глава государства отдельно остановился на работе по противодействию пандемии коронавируса. Республиканской комиссии поручено провести классификацию районов и городов по уровням карантина. В ходе совещания отмечена необходимость повышения благосостояния населения за счет увеличения количества малых предприятий, поддержки ремесленничества, выращивания сельскохозяйственной продукции. Определены ключевые направления, требующие более интенсивной работы. Были заслушаны отчеты хакимов Андижанской, Новоийской и Сурхандаринской областей, руководителей отраслей. 9 мая в Узбекистане широко отмечался День памяти и почестей и 75-я годовщина Победы во Второй мировой войне. Президент Шавкат Мирзиёев посетил Парк Победы, созданный в честь этой славной даты. Лидер нашей страны возложил цветы к мемориальному комплексу «Ода стойкости», ознакомился с экспозицией Музея славы, также осмотрел комплекс «Слеза в парке». В амфитеатре Парка Победы состоялось праздничное мероприятие. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил всех ветеранов и народ Узбекистана с Днем памяти и почестей и 75-й годовщиной победы во Второй мировой войне. В этот же день руководитель страны посетил второй перинатальный центр, возведенный в Чилонзарском районе города Ташкента. Ознакомился с условиями, созданными в медицинском учреждении, пообщался с врачами через программу онлайн-поликлиник. Даны указания по поэтапному внедрению дистанционных технологий в районных больницах и сельских поликлиниках, обучению персонала и населения его использованию. 4 мая глава государства подписал постановление о мерах по кардинальному совершенствованию системы подготовки кадров в сфере транспорта. Будет образован Ташкентский государственный транспортный университет, который станет базовым высшим образовательным учреждением по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов с высшим образованием и научных кадров для сферы транспорта. Определены основные задачи и направления деятельности университета.
5 мая президент подписал указ о неотложных мерах по поддержке текстильной и швейно-трикотажной промышленности. Он принят в целях смягчения негативного влияния мирового экономического кризиса в связи с пандемией коронавируса на развитие данной отрасли. Установлено, что стартовая цена хлопкового волокна отечественного производства базового качества определяется продавцом, исходя из значения котировки фьючерса Нью-Йоркской товарной биржи на ближайший месяц поставки. Определены меры по созданию таможенных пошлин и налоговых льгот для предприятий сферы. 6 мая принято постановление президента о мерах по расширению производства картофеля и дальнейшему развитию картофельного семеноводства в республике. В соответствии с документом создаются картофелеводческие кластеры и кооперации в районах, специализируемых на картофелеводстве. Определен перечень районов и регионов, специализируемых на производстве потребительского и семенного картофеля. Объемы закладки резерва потребительского картофеля с целью гарантированного обеспечения потребностей населения и учреждений социальной сферы в зимне-весенний период 2020-2021 годов. 7 мая глава государства подписал постановление о мерах по дальнейшей поддержке экспортной деятельности. На основе документа будет распространен механизм предоставления субсидий на компенсацию до 50% расходов по транспортировке при экспорте продукции, а также на транспортировку продукции на экспорт автомобильным и воздушным транспортом. До 1 января 2021 года отменяется практика проверки наличия задолженности по всем видам обязательных платежей и исполнительных документов. 7 мая принято постановление президента о мерах по повышению качества образования и развитию научных исследований в области математики. Утверждена целевая программа улучшения качества образования, повышения эффективности и практической значимости научных исследований по математическим наукам в Республике Узбекистан на 2020-2023 годы. Поэтапно будут образованы в каждом районе, городе специализированные школы с углубленным изучением математики. Вторая мировая война. Был проведен тщательный анализ исторических документов, писем, хроник тех лет. Он показал, что до сих пор мы называли неправильную цифру. Не 1,5 миллиона, но 1 951 000. Почти 2 миллиона узбекистанцев отправились на поля сражений. Каждый третий человек, если принять во внимание, что в то время население нашей страны составляло 6 551 000 человек. Да, вклад Узбекистана в победу неоценим, как и храбрость, мужество, героизм. Более 200 тысяч узбекистанских солдат и офицеров были удостоены различных боевых наград. 301 герой Советского Союза, 70 награждены орденом славы всех трех степеней. Эти цифры озвучил впервые президент на торжестве по случаю 75-й годовщины Великой Победы над фашизмом. Восстановлена историческая справедливость, комментировали участники. Ведь сейчас мы узнали еще почти 500 000 узбекистанцев, которые пожертвовали всем ради сегодняшнего мирного неба над головой. Миллионы женщин, стариков и детей усердно работали в тылу, поставляя все необходимое на поля сражений. Самолеты, орудия, оружие, одежду, продукты питания. Здесь, в Узбекистане, нашли приют 1,5 миллиона человек, эвакуированных из пострадавших районов, в том числе более 250 тысяч детей. Чтобы представить себе жизнь тех лет, достаточно вспомнить фильм «Ильхак», основанный на реальных исторических событиях, о судьбе Зульфии Закировой, потерявшей в сражениях 5 своих сыновей. Каждую семью затронула война, победа далась нелегко. В этом году мы чествовали дату в совершенно другом формате. Одной из главных причин стало открытие в столице Парка Победы. Этот уникальный комплекс олицетворяет мужество и героизм наших бабушек и дедушек. В великолепных инсталляциях по годам рассказывается о том, насколько велик вклад Узбекистана. Руководитель страны впервые озвучил инициативу о создании Парка Победы ровно год назад. Кропотливый труд историков, архитекторов, инженеров позволил приурочить открытие к важной для всех нас дате. Особая символика есть и в том, что завершение работ над Парком Победы пришлось на период карантина. Итак, воплощение позади. Комплекс включил инсталляции под открытым небом, музей славы, монументы вечный подвиг и оды стойкости. Сформированы масштабные историко-художественные экспозиции, рассказывающие о героизме нашего народа, проявленном в кровопролитных боях и самоотверженном нелегком труде в тылу. Наш первый комментарий посвящен 9 мая. Вторая мировая. Thank you.
Огненный смерч этой войны пронесся над огромными пространствами Европы, Азии, Африки, захватил акватории всех мировых океанов, достиг берегов Новой Земли и Аляски на севере, Атлантического побережья Европы на западе, Курильских островов на востоке, границ Египта, Индии и Австралии на юге. В войне участвовало 61 государство с населением 1 миллиард 700 миллионов человек. Около 80% общего числа людей, проживавших на планете. Вооруженные силы было мобилизовано около 120 миллионов наиболее трудоспособного населения. Боевые действия велись на территории 40 стран. Вот они масштабы грозных 40-х. Но еще страшнее цифры жертв. Особый неоценимый вклад в общую победу, отмечает прогрессивное мировое сообщество, внесли узбекистанцы. По инициативе президента Шавката Мирзиёева, благодаря его политической воле и стремлению восстановить историческую справедливость, уникальную летопись героизма и самоотверженности народа нашей страны, сегодня многие факты стали достоянием общественности. Нас с вами. Гриф «Секретно» был снят с сотен тысяч документов и материалов. За последние 3 года усилилось сотрудничество с архивными учреждениями, музеями и фондами, учеными-историками, специалистами, общественностью республик бывшего Союза и других зарубежных стран. И вот май 2020-го стал временем, когда были озвучены новые уникальные факты истории Второй мировой. Точнее, вклада Узбекистана в победу над фашизмом. О бессмертных подвигах героев, наших отцов и дедов. Как свидетельствуют последние данные, из Узбекистана были мобилизованы на фронт около 1 миллиона 951 тысячи человек. Это значит, что в борьбу против фашизма с оружием в руках вступил каждый третий узбекистанец. Установлено и то, что в действующую армию были призваны более 59 тысяч наших соотечественников, высланных из республики в период раскулачивания. Именно президент Шавкат Мирзиёев озвучил еще одну очень важную цифру. Если прежде считалось, что в боях погибли 396 тысяч наших граждан, ушедших на войну, на самом деле их свыше 538 тысяч, а пропали без вести более 158 тысяч человек. Вот она, наглядная демонстрация, как велики были потери, сколько горе и страданий выпало на долю нашего народа в годы войны. В ходе научных исследований, инициированных лидером страны, многое удалось прояснить и в вопросе о награждении представителей Узбекистана боевыми орденами и медалями. Теперь достоверно известно, среди награжденных было свыше 200 тысяч наших солдат и офицеров. Звания Героя Советского Союза были удостоены 301 представитель Узбекистана. 70 награждены орденом славы всех 3 степеней. Эти и другие факты, говорящие о многом, были озвучены накануне самим президентом на знаковом праздничном событии, в знаковом месте, что символизирует Новый Узбекистан. Страну, бережно собирающую по крупицам уникальную летопись истории. Речь о парке Победы, воплотившем масштаб восстановленной правды и справедливости, героизма и самоотверженности, любви к родине и самопожертвования, человеколюбия и великодушия. В настоящее время в стране не было ни одного мемориального комплекса, который бы ярко отражал вклад народа Узбекистана в Великую Победу. И вот задействованы все ресурсы для того, чтобы реализовать эту благородную идею – увековечить героизм узбекистанцев в самой кровопролитной в истории войны. Накануне это символичное, наполненное особой энергетикой место посетил президент. Знакомился с каждой архитектурной композицией, историческими инсталляциями детально. Ведь в каждую из них заложен глубочайший смысл – философия жизни. И первый на маршруте аллеи великой истории реализованная идея президента. Ее он озвучил 9 мая прошлого года. И вот монумент, за основу которого были взяты не абстрактные художественные образы, а реальные исторические события и герои, спустя какой-то год заставляет затаить дыхание, остановиться и погрузиться в мир великого жизненного подвига.
Монумент о достойкости олицетворяет нашу родину. А рассказывает о простой узбекской женщине, обладающей несгибаемой волей и силой духа, что смогла выстоять перед лицом немыслимой беды. А Зульфия Закирова из поселка Ханабад Зангиатинского района Ташкентской области. Она потеряла во Второй мировой войне всех пятерых сыновей. Внуки осиротели. Невестки последовали примеру Зульфии Ая, остались верными своей семье. Этот памятник всем матерям в Узбекистане, уверен президент. А мемориал станет местом паломничества для нашего народа. Молодые люди, побывав здесь, поймут, какие ценности у нашей нации в крови. Будут стремиться жить, ценя их. Уникальный парк с уникальной концепцией. Автором концепции является наш президент. Главная задача была показать, каким был узбекский народ в период Второй мировой войны. И какие его заслуги, сколько людей мы отправили, и сколько людей не вернулись. Какая огромная работа была проведена в тылу. Несколько концепций мы объединили в сердце проекта памятник Зульфии Закировой. Молодые скульптора Бахром Нарбаев и Джасвант Аназаров, они воедино объединились и создали вот такую уникальную, своеобразную, монументальную скульптуру. Образ Сабир Рахимова обогатили его другими героями, героями-победителями вместе. И этот ансамбль тоже получился такой своеобразный. Все, что здесь сделано, дает фундаментальные знания для будущего поколения о Второй мировой войне. А что может быть красноречивее, чем музейные экспозиции? Ведь здесь каждая деталь, каждый артефакт – это говорящая история. Ее адрес отныне – Музей славы в Парке Победы. Факты и события раскрываются с использованием современнейших информационных технологий. Ты сразу будто окунаешься в мир грозных сороковых. Примеры, факты, комментарии. Все ориентировано на формирование в молодом поколении чувства патриотизма. И философия этого адреса также – восстановление исторической справедливости. Согласитесь, в стране ранее не было такого места, где события войны, бессмертная часть нашей истории, была бы представлена в одном экспозиционном, детально продуманном пространстве. Музей славы по задумке руководителя страны справится с этой задачей – увековечить колоссальный вклад нашего народа в победу во Второй мировой войне и донести информацию об этом новым поколениям. Даже сотни лет спустя люди, звучало накануне в стенах этого впечатляющего просветительского учреждения, должны приходить сюда, узнавать о событиях и последствиях войны, осознавать ценность мира. 6 отделов, 6 уникальных повествований. О мобилизации населения республики на фронт, о мужестве на полях сражений, о героической работе в тылу, о науке, образовании, культуре и здравоохранении нашего края в годы войны. О ликовании в День Победы, о художественной литературе, искусстве и печати в годы войны. Еще один раздел. Подвиг героев живет вечно. Здесь представлена 33-томная книга памяти, изданный по случаю праздника альбом, а также другие экспонаты. Задача нынешнего этапа, отмечает президент, создание каждым командованием своих отдельных разделов в Музее славы. Проведение научных исследований и пополнение экспозиции – формирование высоких моральных качеств, чувство отваги у военнослужащих и курсантов. Молодежи путем организации для них экскурсий в музей. Этот и другие адреса – элементы единой уникальной исторической композиции, что представляет Парк Победы словно машина времени, возвращающая... годы войны, когда самые были лишены всего, каждая семья принимала детей, эвакуированных из мест боевых сражений. Надо учиться той великой патриотической роли, которую показал Узбекистан на весь мир. Инициатива президента создать вот этот комплекс Музей славы, Парк Победы – это дань тем узбекистанцам, которые отдали свою жизнь за наш сегодняшний день,
за новые поколения узбекистанцев. И действительно, мы сегодня живем в новом Узбекистане. А вот этот есть результат новой политики президента. Это черта нового Узбекистана. А это для кого важно? Это для наших молодых людей, юношей, девушек, которые пусть никогда не будут знать, что такое война. Мы должны воспитывать наших подрастающих поколений духом патриотизма, духе исторической памяти всех павших в годы Второй мировой войны. Особое человеческое тепло. Вот что отличало диалог на главном событии праздника. Встречу президента с ветеранами. Уважаемые соотечественники, дорогие ветераны, от всей души поздравляю вас, весь многонациональный народ Узбекистана, с 75-летием Великой Победы во Второй мировой войне и днем памяти и почестей, выражаю вам свои самые добрые пожелания. Праздник в этом году мы отмечаем в построенном Ташкенте новом огромном мемориальном комплексе Парке Победы. Его создание стало еще одним ярким подтверждением глубокого уважения и преклонения всех соотечественников перед мужеством и героизмом нашего народа. К сожалению, из-за пандемии коронавируса мы не смогли пригласить сюда всех наших доблестных ветеранов. Часть из них присутствует на мероприятиях, проводимых на местах, в военных округах, а многие, оставаясь дома, также принимают праздничные поздравления и участвуют в проходящем здесь торжестве в режиме онлайн. Несмотря на то, что нас разделяют расстояние, сердцем и душой мы всегда с вами. Поздравление президента было не просто по-особенному человечным. Оно было наполнено мощным фактажом уже проделанной работы по восстановлению исторической справедливости. Цифры, к которым мы обращались ранее, озвучил глава государства именно на этой встрече и обозначил несколько предложений. Так, в целях глубокого изучения и доведения в полном объеме до последующих поколений достоверных данных о подвиге наших отцов и дедов, было бы целесообразно каждый год в преддверии 9 мая издавать отдельную книгу с новыми историческими фактами. Вспоминает президент в эти минуты о том, что в суровые годы войны весь народ Узбекистана неустанно трудился с единой целью. Все для фронта, все для победы. И по последним данным, озвученным руководителем страны, в Узбекистан были эвакуированы 1,5 миллиона человек из тех республик, где полыхала война. В том числе свыше 250 тысяч детей. Наш народ дал им кров, окружил любовью и заботой, делился подчас последним куском хлеба, проявив присущий ему высокий гуманизм. И сегодня консолидация усилий в сохранении мира – одна из важнейших задач. Дружба, братство многонационального народа Узбекистана, закаленные суровые годы войны, являются прочным фундаментом всех наших достижений. Это сплоченность и единство – поистине наше главное достояние. И мы обязаны беречь, сохранять как самую великую ценность. Все мы члены большой дружной семьи, объединенные общими надеждами и заботами, общей благородной целью – созидание нового, процветающего Узбекистана. Обращаясь к вам, дорогие ветераны, хочу подчеркнуть, что мы всегда будем считать себя неоплатным долгу перед вами за нынешнюю мирную и свободную жизнь, за счастье и благополучие нашего народа. Почитать и заботиться о вас, создавать все условия для обеспечения вашего здоровья и достойной жизни. Это священный долг каждого из нас, приоритет государственной политики. И мы, безусловно, продолжим эту благородную работу. А в диалоге с героями праздника Великой Победы по ту сторону видеосвязи в регионах не раз подчеркивается то, что наш благородный народ, в сердце которого вечно будет жить память о великом ратном и трудовом подвиге отцов и дедов, мобилизует все силы и возможности во имя сохранения величайшей ценности – мирной и благополучной жизни. Мама Сальчин
хороший человек. Я, к примеру, участвовал в войне 43-го. Было очень сложно. Эта победа пришла не просто так. Она досталась огромной ценой для нашего народа. Потому поздравляю всех с 75-летием Великой Победы. Постоянно смотрю телевизор и вижу, как преображается наша страна. Строятся новые заводы, жилые массивы. Все делается для людей. Вижу это, и сердце радуется, что дожил до этих дней. В районе нас, ветеранов, осталось только двое. Спасибо огромное за особое внимание и поддержку. Боюсь заплакать от переполняющих меня чувств, потому что вот увидеть такое на 75-летие, на вот юбилей победы, сейчас осталось маленькое количество от тех, кто принимал участие в этой страшной битве. Мы можем считать их святыми, по-настоящему святыми. Мы благодарны им за тот подвиг, который они совершили, за нашу вот эту красивую мирную жизнь. И находясь сегодня на этом торжественном мероприятии, открытия площади, памятника, парка Победы, нам очень хочется сказать огромное спасибо нашему президенту за такой подарок всему нашему народу, потому что весь народ принимал участие, ковал эту победу. И в тылу, и на полях сражений. Трудно переоценить этот подвиг нашего народа. Президент всех собрал и такие теплые слова приветствия сказал. По-настоящему, по-отечески он относится и к молодежи, и к среднему, и старшему поколению. Низкий поклон нашему президенту вот за такую заботу, за такое внимание. В эти дни по всей республике чествуют ветеранов, навещают их дома. В честь праздника в торжественной обстановке, пусть не помпезно, но очень душевно, проходят подобные встречи. Озвучивается поздравление от имени президента. Вручается памятная медаль в честь 75-летия победы во Второй мировой войне. Денежное вознаграждение в размере 10 миллионов сумов и новые книжные издания, повествующие о великом подвиге узбекского народа. Специальная статуэтка – еще один символ светлого праздника. А в ответ звучат слова благодарности и искренние пожелания – ветеранами мира, спокойствия, благополучия своей родине. Час терпеть, век жить. Народная мудрость учит нас главному. Есть выход из любой ситуации. Вот так, медленно по ощущениям, но достаточно быстро по временным критериям. Эпидемиологическая ситуация в стране приобретает приятный окрас. Зеленый. А значит, безопасный. И здесь не только мы сами, но и международное сообщество отмечает своевременность принятых на высшем уровне решений, комплексность продуманных шагов, чтобы сдержать угрозу. Да, затратных экономически, но столь важных для здоровья и благополучия наций. Среди них строительство за кратчайшие сроки сразу в двух районах Ташкентской области карантинных зон на десяток тысяч мест. Открытие новой больницы в столице. Активное сотрудничество с иностранными экспертами в борьбе с инфекцией и ряд других. И вот итог. Если в пике распространения болезни в день по сотне наших соотечественников получали положительные результаты тестов, а число выздоровевших можно было сосчитать на пальцах, то сегодня все в точности, да наоборот. К настоящему времени количество излечившихся подходит к рубежу в 1900 человек. Более 500 граждан находятся на лечении и постепенно идут на поправку. Учитывая такую динамику, в ходе видеоселекторных совещаний 29 апреля и 5 мая президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость постепенного ослабления карантинных требований по мере изменения ситуации с пандемией. В соответствии с заявлением Республиканской специальной комиссии от 6 мая, основанным на региональном анализе распространения коронавируса, с 8 мая территория страны разделена на красную и желтую и зеленую зоны, где, принимая во внимание ослабление эпидемиологического фона, карантинные ограничения поэтапно смягчаются и отменяются. Ни много ни мало – достижение. Далось оно нелегко и многому нас научило. Пандемия коронавируса открыла нам глаза, показала, насколько важны информационные технологии в медицине. Это сказал президент 9 мая во время посещения второго перинатального центра в Чулансарском районе Ташкента. Отметив, что использование телемедицины в подобные времена принесет хорошие результаты, глава государства поручил ответственным лицам усилить работу в этой области.
Уже два месяца, как коронавирусной инфекции придан статус пандемии. Весь мир бросает усилия на обуздание болезни. Спасти как можно больше людей – этот вопрос самый актуальный. Главное, что усилия не напрасны. Сегодня на карте мира растет число стран, которые успешно борются с инфекцией, смогли изменить динамику на положительную. Среди них и Узбекистан. По данным американского университета Джона Хопкинса, 99,6% людей, инфицированных вирусом COVID-19 в Узбекистане, вне опасности. Согласно анализу, это один из самых лучших показателей в мире, тогда как даже в странах с развитыми системами здравоохранения число жертв пандемии намного выше. В частности, летальность от вируса в Испании составляет 11,8%, в Италии 13,9%, в Великобритании 14,7%, во Франции 14,9% и 16,4% в Бельгии. Опираясь на статистику по коронавирусу в нашей стране, международные эксперты и деятели называют Узбекистан страной, способной защитить своих граждан в любой ситуации. С одной стороны, это означает, что глава нашего государства правильно оценил ситуацию и своевременно инициировал последовательные шаги по противодействию угрозе. А с другой стороны, показывает, что в нашей стране используются по факту эффективные методы диагностики и лечения пациентов. Самое главное, уже сейчас можно сказать, что мы способны выдержать испытания. Так думают практически все. 91,9% респондентов, отвечая на опросник Центра изучения общественного мнения Иштимо-ФКР, уверены, что развернутые комплексные меры выведут страну из сложной ситуации, а решительные действия главы государства позволили защитить миллионы людей от этой инфекции. На каждом из видео селекторных совещаний, проходивших на уходящей неделе, глава нашего государства затрагивал вопрос борьбы с пандемией. 5 мая в центре внимания были меры по дальнейшему смягчению условий карантина и возобновлению экономической деятельности. Ответственным лицам даны четкие поручения. А 7 мая в ходе видео селекторного совещания был обсужден глубокий анализ текущей эпидемиологической ситуации. Мы не имеем права предаваться спокойствию, пока эта угроза не будет полностью устранена во всем мире, сказал глава нашего государства. Biz shifoxonalarga e'tibor berib, ko'p joylardan dori-darmonlar olib kelib, Germaniyadan, Koreyadan mutaxassislarni olib kelib, juda katta. Уделяя внимание больницам, вопросам обеспечения лекарствами, приглашению специалистов из Германии, Кореи, в целом, в результате принятия огромных усилий, мы смогли обуздать это бедствие. Не случайно мы организовали красные, желтые и зеленые зоны. Не торопясь, нужно удерживать оба направления. Иначе предпринимаемые усилия не дадут ожидаемые результаты. У нас абсолютно нет права предаваться спокойствию. Мы распрощаемся с теми, кто сквозь пальцы смотрит на вопрос пандемии в каком-либо районе или городе, вне зависимости от того, кто он. Мы все видим, что в мире, особенно в тех странах, с которыми мы тесно сотрудничаем, пандемия усиливается. Не нужно забывать, что такая ситуация может повлиять и на нас. Не нужно упускать предпринятые нами меры. Необходимо уделять внимание вопросам дезинфекции на местах, на предприятиях. У нас еще карантин. Запрещается снимать маски. Мы должны научиться жить и работать в таких обстоятельствах. Все должны это знать. Никто сейчас не может сказать, сколько это продлится. Каждый из нас, строго соблюдая карантинные и санитарно-гигиенические нормы, не должен забывать, что ответственен за охрану своего здоровья, здоровья своих близких и всего народа. Смело могу сказать, что народ уверен в завтрашнем дне, потому что наш президент ведет разумную, справедливую политику. Президент сказал, что по возможности мы должны сохранить жизни людей, и на это обратил особое внимание. И это еще раз продемонстрировало, что в такой сложный период Узбекистан проводит политику в интересах людей. И наш дружный коллектив с первого дня стал всеми силами бороться за здоровье каждого больного. И каждый наш медицинский сотрудник на себе ощутил заботу нашего государства, нашего главы государства. Здоровье каждого гражданина Республики Узбекистан очень дорого для нас. Поэтому мы старались всеми силами, не только выполняя медицинские какие-то процедуры, а духовно поддержать каждого ковидного больного. И мы, медики, хотели бы, чтобы наш народ понял, что меры карантина еще не прекращены. Ковид еще не побежден. Южная Корея, Германия,
В сотрудничестве с ведущими учеными, вирусологами Южной Кореи, Германии, России ежедневно проводились онлайн-конференции. Ситуации с зараженными вирусом анализировались с научной точки зрения. И для принятия своевременных мер внедрялись технологии. Все это показывает, насколько правильными являются меры по противодействию коронавирусу в нашей стране. Конечно, такой тенденции нелегко достичь. Для предотвращения распространения COVID-19 с самых первых дней Узбекистан стал работать на опережение, бросив огромные ресурсы и усилия, мобилизировав все силы. Так, на реализацию масштабных программ из антикризисного фонда было направлено 2 триллиона 250 миллиардов сумм, а также от международных финансовых институтов привлечено 500 миллионов долларов. Мухтарам президентимиз давлатимиз олиб боряткан оқилона сиёсатларига жавоб бўлса керак. И как отклик на справедливую политику президента из зарубежных государств, из Китая, других стран, приехали врачи к нам. Кроме того, было взаимодействие, обмен опытом по вопросам лечения в режиме онлайн зарубежными специалистами. В результате уровень смертности в сравнении с другими государствами намного ниже у нас. Реализуемые сложные поэтапные программы к настоящему моменту уже можно с уверенностью назвать эффективными. Зарубежные эксперты в этом плане единодушны. Политика узбекского лидера сформировала уникальную модель борьбы с коронавирусом. Например, Генеральная ассамблея ООН опубликовала информационный материал об усилиях Узбекистана в борьбе с пандемией коронавируса в качестве официального документа 74-й сессии. На днях выясняется, что именно на 74-й ассамблее ООН был признан официальным документом именно наша информация, информация Узбекистана по борьбе с коронавирусом. Значит, Узбекистан набрал свой опыт. На сегодняшний день мы уже набрали тот опыт, где можем определиться как статус Узбекистана в мировом сообществе, так и статус Узбекистана именно в нашей республике. Благодаря четкой политике нашего государства, нашего парламента, нашего правительства, мы сейчас идем именно к стабилизации. Да, это нам было нелегко. Мы прошли тот путь, где оказались на карте жизни общества, жизни нашего государства, было поставлено именно выживание, правильное выживание, хорошее выживание, выживание на будущее, выживание нашей нации. В то же время более десяток государств обнаружили то, что Узбекистан готов, именно находясь в пандемических критических ситуациях, помогать другим государствам и гуманитарно, и эмоционально, и материально, и морально. И еще ООН положительно оценивает оказанную с момента вспышки COVID-19 нашей страны поддержку дружеским грузам – Китаю, Афганистану, Ирану, Кыргызстану, Таджикистану, Беларуси, Азербайджану, Венгрии и России. Да, в условиях пандемии Узбекистан и остался безразличным к судьбе других стран, и это очень важно, ведь небольшой, но насыщенный на цифры и события опыт борьбы планеты с пандемией показывает, что ни одна страна в мире не в состоянии бороться с ней в одиночку. Последний дружеский груз, в соответствии с поручением главы нашего государства, был направлен таджикскому народу 8 мая. Более того, 8 узбекистанских врачей, которые имеют большой опыт в борьбе с коронавирусом, тесно помогают своим таджикским коллегам в организации профилактики, контроля и лечения инфекции COVID-19. Помимо сотрудничества с зарубежными странами, со стороны Узбекистана направлялась гуманитарная помощь другим странам. Это показывает, что в такие тяжелые дни испытания нужно преодолевать вместе, должны быть вместе в любой ситуации. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала странам, которые успешно борются с пандемией, постепенно отменять ограничительные меры. Это в первую очередь поможет экономике быстрее восстанавливаться. В Узбекистане же был проведен детальный анализ, и смягчение карантинных мер стало адресным. Те регионы, где эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, активной инфекции нет, а пациенты полностью выздоровели, они объявлены зелеными зонами. Те, где вирус в течение последних 14 дней не выявлялся, но имеются пациенты на лечении, желтыми. Области же, где имеется инфекционный фон, красными. Таким образом, послабление карантина разделено по цвету. В красной зоне уже сняты 24 вида ограничений, в желтой – 37, в зеленой зоне – 40 видов ограничений. Необходимо обратить внимание на еще один аспект. В желтых и красных регионах есть территории, где случаев заражения не было обнаружено. Естественно, требования карантина могут быть смягчены для них отдельно, на районном уровне. С учетом этих аспектов, глава нашего государства поставил задачу провести классификацию районов и городов по уровням карантина. Если с 11 мая где-либо будет зафиксированы случаи заражения, то именно этот район будет считаться красным. И только в этой конкретной зоне станут проводить
вводятся карантинные мероприятия. Сейчас даже есть предложение в самом городе Ташкенте вводить ограничения на жилых массивах или кварталах, если в них будут выявлены факты заражения. Глобальная пандемия вновь напомнила всей планете, что самое главное сокровище – это здоровье. Ставка нынче на современность медицинских учреждений и квалифицированность кадров. И акцент этот сильнее, чем когда-либо. Второй Ташкентский городской перинатальный центр в Чалансарском районе. Медицинское учреждение оснащено новейшими технологиями по опыту ведущих зарубежных клиник. Одновременно здесь могут принять до 140 пациентов. 9 мая, несмотря на напряженный график, глава нашего государства посетил перинатальный центр, чтобы лично ознакомиться с создаваемыми здесь условиями. Стремление обеспечить качество и оперативность медуслуг здравоохранения не должно стоять на месте. Уже сейчас востребованы современные инновационные подходы. Руководители страны представили программный отечественный продукт – сайт askdoctor.uz, консультативный ресурс, позволяющий пользователям в режиме онлайн связываться с профессиональными врачами различных профилей. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю граждан консультируют 219 врачей. Цель проекта – дальнейшее развитие телемедицины, внедрение лучшего международного опыта. Глава государства ознакомился с условиями, созданными в центре, оценил удобство, оснащенность. Побывал он и в 100-местном конференц-зале, который позволяет проводить видеоконференции с участием отечественных, конечно, зарубежных коллег, чтобы делиться новостями, научными наработками, прорывами, проводить взаимные консультации в сложных случаях. В ходе посещения второго городского перинатального центра глава нашего государства уделил внимание актуальной ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией. Подчеркнуто, что благодаря современным мерам, брошенным усилиям и ресурсам, поддержке и терпению нашего народа распространение инфекции в нашей стране удается сдержать. 79% пациентов с коронавирусом выздоровели, отметил руководитель страны. Однако мы не должны терять бдительность. Мы не имеем права расслабляться, пока мир не переборет пандемию. Если продолжить начатое вместе, сообща ответственно и грамотно, то в скором будущем этот сложный период останется позади, открыв двери новых возможностей и перспектив развития. Если судьба преподносит тебе лимоны, сделай из них лимонад. Известный психолог Дейл Карнеги из любой даже самой серьезной ситуации советовал брать лучшее. Как минимум опыт, как максимум стимулы к росту. Сегодня в контексте распространения в глобальном масштабе коронавируса в нашей стране поставлены задачи по экономической поддержке, защите бизнеса и граждан от последствий пандемии и вызванного ею глобального кризиса. Суть не оказаться беспомощным перед проблемой, но извлечь из нее уроки, эффективно организовать производство, возможно, даже добиться больших, чем запланировано, результатов. Это один из главных вопросов повестки современности. Для ответа на него разрабатываются детальные дорожные карты. Президент Шавкат Мирзиёев 5 мая провел видеоселекторное совещание, посвященное мерам по дальнейшему смягчению карантинных условий и возобновлению экономической деятельности, а также 7 мая, посвященное обсуждению мер по повышению экономического потенциала районов и городов Андижанской, Новоийской и Сурхандаринской областей. Такой территориальный подход не случайен. Каждый регион нашей страны уникален. Даже возможности на районных уровнях варьируются. Поэтому вопросы экономического развития Республики Каракалпакстан, Ташкента, областей обсуждаются предметно и адресно. На совещании президентом определены три направления работ, на которых требуется активизировать усилия. Первое направление – это развитие промышленности, глубокая переработка сырья местного производства, специализация каждого района, села и махали. Второе – повышение инвестиционного и туристического потенциала на местах, развитие инфраструктуры для улучшения сервиса. И третье направление – наращивание сельскохозяйственного производства и обеспечение за счет этого экономического роста. Но на каждом из этих направлений участники совещания остановились детально. Руководитель страны дал конкретное поручение к реализации. Шухрат Шакиров расскажет в деталях. Нынешняя ситуация, связанная с пандемией коронавируса, повлияла как на образ жизни людей, так и на экономику, предпринимательскую и производственную деятельность во всем мире. Например, до этого нефть, газ, электроэнергия и хлопок считались самыми востребованными товарами на международном рынке. Сегодня же они упали в цене, а стоимость продуктов питания, наоборот, резко возросла. В такой ситуации еще более важное значение приобретают усилия по повышению объемов производства в промышленности, обеспечению экономической стабильности, на что и направлена инициатива руководителя страны по
поэтапному смягчению условий карантина, дальнейшей поддержке отраслей промышленности и субъектов предпринимательства, предоставлению ряда льгот и преференций. Конечно, все это требует немалых усилий, потому на первом плане эффективность, предприимчивость и заинтересованность, в основе чего должны быть высокий уровень сознания, железная дисциплина и личная ответственность. Очень важно изыскать новые возможности по целевому использованию имеющихся резервов. Под председательством президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 5 мая состоялось видеоселекторное совещание, посвященное мерам по дальнейшему смягчению условий карантина и возобновлению экономической деятельности. Обсуждена предстоящая работа, которая будет преодолена, исходя из результатов анализа и предложений. На этих важных вопросах также было акцентировано внимание на видеоселекторном совещании, состоявшемся под председательством президента 7 мая этого года. Хамма даулат карантин нормаларига толук амал кылыш билан билла иктисодиятны тиклаш учун кураш оборяпты. Все государства, наряду с полным соблюдением карантинных норм, ведут борьбу за восстановление экономики. Сейчас никому не легко. Ни у одного государства нет собственного рецепта. Пользуясь тем, что в республике эпидемиологическая ситуация стабилизируется, в регионах, свободных от вируса, мы постепенно начали ослаблять карантинные требования, чтобы перезагрузить экономику в свободных от вируса регионах и обеспечить людей доходом. При этом мы также учли многие обращения находящегося в самоизоляции населения, чтобы улучшить условия жизни. У меня есть данные, какие предприятия заработали, какие завтра начнут работать, какие предприниматели есть, совместные предприятия. Вот из Китая мы в течение месяца привезли 670 предпринимателей. Из Турции привозим, из других стран, чтобы экономика не останавливалась. Хакимы каждого района и областей, каждое решение принимайте с точки зрения его воздействия на себя, на своих родственников. Обеспечивая строгие карантинные меры, нужно вести борьбу за восстановление экономики. Правильно оценив ситуацию, нужно эффективно организовывать работу. В частности, отмечено, что в районах с положительной эпидемиологической ситуацией необходимо разрешить работу непродовольственных магазинов, оказание услуг медицинской диагностики, такси, швейных работ, ремонта бытовой техники и починки обуви, парикмахерских, с установлением для них соответствующих санитарных требований. Ряд возможностей в плане обеспечения устойчивой работы получили и предприятия легкой промышленности. В этом плане 5 мая этого года глава государства подписал указ о неотложных мерах по поддержке текстильной и швейно-трикотажной промышленности, на основе которого 64 вида сырья и материалов, важных для отрасли, освобождены от таможенных пошлин. И не только. В частности, налог на добавленную стоимость будет возвращен в полном объеме, как только товары, экспортируемые текстильными предприятиями, покинут страну. Также поддержана деятельность хлопково-текстильных кластеров, что еще более ускорит процесс организации новых. Постановление президента о мерах по дальнейшей поддержки экспортной деятельности значительно расширяет географию экспорта, предоставляя новые возможности для экспортеров. В соответствии с ним расширен перечень продукции, расходы на транспортировку, которые подлежат субсидированию. Все это направлено на скорейшее восстановление деятельности предприятий, повышение объемов экспорта, дальнейшее увеличение рабочих мест. На видеоселекторном совещании нашел свое разрешение еще один актуальный вопрос. Дано поручение определить до 1 июня виды и объем помощи предприятиям и разработать посткризисный план действий для каждого предприятия. В этом плане приоритетное внимание будет уделено предоставлению предприятиям дополнительных кредитов на оборотный капитал, помощи выполнения экспортных обязательств и увеличению объема государственных субсидий на приусадебные земли и теплицы. Также рассмотрен вопрос определения регионов, в которых будут смягчены карантинные меры. Уровень же карантина в каждом районе и городе будет оперативно меняться в зависимости от изменения ситуации на местах. Точные расчеты обеспечивают соответствующие результаты, потому каждый руководитель нижнего звена должен располагать ими для реализации намеченных важных мероприятий, знать конкретно, какой объем продовольствия требуется населению той или иной территории, источники обеспечения. К примеру, в Каракалпакстане мясо производится в 1,5 раза, а молока в 4,3 раза больше необходимого. Однако в некоторых районах при Орале такие виды продукции, как картошка и лук, выращиваются меньше по сравнению с реальной потребностью на них. Такая ситуация бросается в глаза и в птицеводстве, потому поставлены конкретные задачи по развитию этого направления в Каникульском, Муйнакском, Нукульском, Тахиаташском, Тахтакупирском районах. В 2018 году банк дал 73 000 долларов кредит,
В 2018 году, получив банковский кредит в размере 73 тысяч долларов, завез из Китая инкубатор, гранулятор, дробилку для птицеводческого комплекса. В настоящее время в Тахиаташском районе от 100 до 500 цыплят доставляем населению. Через 40 дней я приобрету птицу сам на мясо. Это выгодно всем. Для реализации поручений, озвученных президентом на видеоселекторных совещаниях 5 и 7 мая этого года, мы приняли решение по восстановлению деятельности объектов социально-экономической сферы и сервиса. Самый главный на сегодня вопрос – это обеспечение людей работой. Имеющиеся 820 безработных важно короткие сроки трудоустроить. Для этого, к примеру, фермерам выделили дополнительные земли для того, чтобы нетрудоустроенные выращивали сельхозпродукцию. Также открываются тепличные хозяйства. В них создано 600 рабочих мест. В селениях открываются и швейные цеха. Каждый регион имеет свои специфические особенности и возможности, на что и будет отныне акцентироваться внимание. 7 мая видеоселекторное совещание по мерам повышения экономического потенциала районов и городов Андижанской, Новоильской и Сурхандаринской областей. К примеру, необходимо вывести из бедности 55 тысяч семей в Сурхандарье, 41 тысячу в Андижанской и 14 тысяч в Новоильской областях. И решать эти вопросы по повышению благосостояния населения, как не раз подчеркивает руководитель страны, предстоит за счет увеличения количества малых предприятий, поддержки ремесленничества, выращивания сельскохозяйственной продукции. Первое направление – это развитие промышленности, глубокая переработка сырья местного производства, специализация каждого района, села и махали. В Андижанской, Новоильской и Сурхандаринской областях основная часть производства сконцентрирована в одной отрасли или приходится на долю государственных предприятий. В частности, 69% промышленного производства в Андижане составляет машиностроение, 72,5% в Новоильской области – горное дело и металлургия. В Сурхандаринской области доля промышленности в валовом региональном продукте составляет лишь 8%, что является одним из самых низких показателей по Узбекистану. А ведь в этих регионах имеются достаточные условия для диверсификации промышленности. Вместе с тем поручено вывести производство мебели в Махале-Иштимаият Алтын-Кюлского района на промышленный уровень. Наша Махаля Иштимаят в основном специализируется на ремесленничестве. Около 300 ремесленников конвейерным методом производят мебель. Инициатива о создании в нашей Махале промышленной зоны воодушевила нас. Есть планы и все предпосылки для освоения экспорта. А путем усиления геологических исследований и освоения богатых природных ресурсов в Новоильской области можно создать солидное число дополнительных рабочих мест, повысить доходы. А в Сурхандарье посредством кооперации ремесленников-ковроделов можно перерабатывать 85 тонн шерсти и кожи в год. Также ограничены возможности по переработке винограда и зерна. Исходя из задач, обозначенных президентом на видеоселекторном совещании, 632 юридическим лицам и 410 индивидуальным предпринимателям намечается дать разрешение для продолжения деятельности с условием соблюдения требований карантина. Реализуется целый ряд перспективных проектов. Один из них направлен на организацию шелководческого кластера. Также планируется организовать выпуск железобетонных изделий. Проект на 70 миллиардов сумм будет завершен до октября этого года. Все это послужит обеспечению стабильной работы в отраслях экономики. В данных трех регионах на базе неиспользуемых зданий можно создать 10 новых малых промышленных зон, что послужит комплексному развитию территорий. Все поставленные на селекторном совещании задачи наиболее актуальные на сегодняшний день. Я для себя сделал именно такой вывод. Заверяю, что задачи будут выполнены своевременно. В целях переработки нерудных полезных ископаемых в Булакбашинском районе действует 22 карьера. Из них 6 добывают, перерабатывают сырье и получают продукцию. Для того, чтобы поставить такой механизм в остальных 16 карьерах, нужны дополнительные площади. Если мы найдем эти территории, наладим работу, то в бюджет будет поступать еще более 2 миллиардов сумм. Также появятся рабочие места для 250 молодых людей. Второе направление – повышение инвестиционного и туристического потенциала на местах развития инфраструктуры для улучшения сервиса.
Анализ реального положения дел в этих трех регионах показывает, что в частности доля города Ханабада в сфере услуг Андижанской области составляет всего 1%. При этом, отремонтировав дороги, ведущие к Тудакульскому водохранилищу в Кызылтепинском районе и урочищу Сармышсай на Бахорском районе Новоильской области, можно организовать туристические зоны и увеличить поток гостей в несколько раз. Кроме того, имеются возможности создания современных торгово-сервисных центров на трассе Мангузар-Термез-Денау, которая проходит через Алтынсайский район. Третье направление – наращивание сельскохозяйственного производства и обеспечение за этот счет экономического роста. В обеспечении стабильности экономики, комплексного развития территорий, занятости населения и повышении ее заинтересованности важную роль играет аграрный сектор. К примеру, выделив предприимчивому человеку дополнительную земельную площадь, можно увеличить объем производства перерабатываемой продукции, создать новые рабочие места. Новоильская область располагает пастбищами на 8 миллионах гектарах и имеет большой потенциал для разведения скота, особенно овец и коз. Если соорудить колодцы и организовать новые животноводческие фермы, то будут трудоустроены более 500 человек. Кеча 7 майда мухтарам юртбашымызды видеоселектордан кеген. В Канемехском районе на освоение 200 тысяч гектаров пастбищ выделено свыше 16 миллиардов сумм. Сформировано 140 атаров. Появилось 440 новых рабочих мест. При поддержке президента создана опытная станция по племенному каракулеводству. На это выделено 10 миллиардов сумм и 40 тысяч гектаров пастбищ. Это очень важный фактор в пользу трудоустройства. В следующем году эти меры позволят организовать еще 720 новых рабочих мест. 2 года назад я взяла себе 610 молодых коз. Сейчас поголовье значительно возросло. Очень ценна шерсть этих коз. Ее можно использовать для производства разной продукции. Мухтарам президентимиз томонидан Хатырчы туманига ташрифлари давомида белгилаб берилган 35 гектарлик кичик саноат зонаси. Во время визита в Хатырчинский район президент определил малую промышленную зону на 35 гектарах. Сейчас ведутся работы по организации деятельности предприятий по переработке гранита. Также в нашем районе имеются большие возможности в сельском хозяйстве. В частности, исходя из поставленных перед нами задач, планируется освоить 1747 гектаров неиспользуемых, вышедших из оборота, а также пастбищных площадей. И все эти задачи будут выполнены в полном объеме. Со стороны президента поставлены безотлагательные задачи. В целях их выполнения мы, руководители четырех секторов, будем трудиться днем и ночью. В частности, мы сегодня поставили две важные задачи по Осокинскому району. На 10 гектарах, выведенных из оборота, будут создаваться теплицы. Второе предложение – выпуск продукции посредством надувного труда из вторичных изделий, появляющихся в результате деятельности предприятий УЗ Моторс. Также на базе 110 субъектов предпринимательства будет организовано 1000 новых рабочих мест. Природно-климатические условия Сурхан-Ильинской области отличаются от других регионов. Здесь есть возможность собирать урожай 2-3 раза в год, выращивать теплолюбивые растения. Скажем, спрос на гранаты Шарабадского района высок. Однако имеющиеся плантации здесь занимают всего 32 гектара, 0,1% пассивных земель района. Если на месте низкоурожайных хлопковых и зерновых полей будут созданы плантации граната, можно заработать в 10 раз больше. Также путем рекультивации деградированных земель и распределения их среди безработного населения можно создать около 4000 новых рабочих мест. А значит, каждый руководитель должен изменить свой стиль работы и выработать практические проекты с учетом имеющихся возможностей и способностей простых людей. И только тогда можно достичь ожидаемых результатов в этом направлении. На этом у нас все. Мы вновь преклоняемся перед ветеранами Второй мировой, своими подвигами на полях сражений и в тылу, писавшими историю Великой Победы. И говорим вам спасибо за вашу мудрость, за героизм, за мирное небо, за наше счастье. Здоровья вам и крепкой памяти, чтобы делиться с правнуками и праправнуками историей настоящего мужества. Спасибо, что вы есть. Вы смотрели программу «Тахлилнама». Увидимся в следующее воскресенье. Подведем итоги.